В Первой мировой войне мы одержали победу, но вновь установившийся мир продлился недолго. Новая война нарушила мировое спокойствие. Началась эвакуация. Детей перевозили из одного города в другой. Родственники теряли друг друга. Настали ужасные дни. И казалось, что никому не под силу остановить это. Мир увидел, что происходит, когда к власти в милитаризованном государстве приходит фашист. Что остается делать? Сдаться? Вступить в союзничество? Или сопротивляться? Прошу прощения за срочный вызов, но у нас для вас есть очень важное задание. Помните того датского парня, который живет недалеко от меня? Его зовут Нилс. Он все время спрашивает меня о сопротивлении. Он всегда говорил, что хочет присоединиться к нашему движению, потому что его страна тоже оккупирована, как и Франция. Но на самом деле я не принимал его всерьез. Однако этой ночью он доставил мне важную информацию, так что кажется, он действительно может быть нам полезен. Он сообщил, что нацисты готовят переброску боевых средств поздней ночью. Немцы будут транспортировать вооружение в офис гестапо. У нас есть похищенная копия списка предметов, подлежащих передаче. Среди них взрывчатка, патроны, тяжелые пулеметы, все то, что нам...